Телевизионное агентство недвижимости «ТВ-дом» представляет рубрику «Горячая семерка. Лучшие предложения недели». Седьмое место. Продам двухкомнатную квартиру в малоквартирном доме на 6-й станции Фонтана. Площадь 55 квадратных метров. Большая кухня-студия. Ремонт. Рядом море. Цена 35 тысяч. Шестое место. Продам трехкомнатную квартиру на проспекте Добровольского. 6-й этаж 9-этажного дома. Чешский проект. Площадь 63 квадратных метра. Комнаты раздельные, квартира двухсторонняя, балкон и большая лоджия. Цена 32 тысячи. Пятое место. Продам двухкомнатную квартиру на улице Спиридоновской. Площадь 40 квадратных метров. Высокие потолки, автономное отопление. Цена 28 тысяч. Четвертое место. Продам квартиру-студию в новом доме жилой комплекс «Одиссей» на Люсдорфской дороге. 14-й этаж 18-этажного дома. Площадь 28 квадратных метров. Евроремонт, мебель, новая бытовая техника. Вид на море. Цена 25 тысяч. Третье место. Продам квартиру-студию на улице Садовой. 2-й этаж 4-этажного дома. Панорамные окна, высокие потолки. Французский балкон. Просторный закрытый двор. Рядом горсад. Цена 24 тысячи. Второе место. Продам квартиру на улице Дворянской. Ремонт, высокие потолки, уютный двор. Цена 17 тысяч. Первое место. Продам смарт-квартиру в кирпичном доме на Черемушках. Ремонт, мебель, техника. Цена 15 тысяч. Горячая семерка. Лучшее предложение недели.